Она потула билеты в руках соотечественников, как пропуск в будущее с надеждой и без войны. В вагоны заходят почти налегке. Вещей немного, только самое необходимое. То, чем поделились анапчане, принесли в пункт приема гуманитарной помощи. У кого-то в сумке сверху, чтобы не примять, новый плюшевый друг. Переезжает вместе с семьей из Анапы в Тулу. На дорогу консервы, вода и сладости. И это тоже из запасов гуманитарной помощи беженцев. Отправление поезда из Анапы в 7 утра. В Тулу переселенцы прибудут в 8 вечера на следующий день. Ежедневно из Анапы, как транзитного пункта, отправляют 300-500 беженцев в города 49 регионов России в рамках программы «Переселение соотечественников».